Так, поехали. Я корни подаю туда. Нет, они здесь не работают. Понял. Просто домажьте. Сейчас смотрите, он кастует шары, на земле будут. В кого в цель выбирает, сразу с места своего отбегайте, где стояли. Килай, отбегай. Мордонец, отбегай. Вот видите, он, Зубраджин, отбегай. Заранее. Эйкон, отбегай. С того места, где стоите, Имен, отбегай. Хейки, отбегай. Все, садится. Ну и сейчас я буду это на лестнице у столба бить. Комнату туда заводить не буду. Буду за столбом от фера прятаться. Бегите на лестницу пока. Можно на маунтах. Я подержу, Мордонец. Ну хочешь сам подержи, если... Давай я подержу. Верим. Когда дракон будет умирать, будет дамаг по рейду от льда, будет седра прилетать. Туда ближе к дверям подходим, то есть отсюда, здесь будет стенка такая. Видали, да? Перебросил дракона через плечо просто. Сова, кстати, прикольно гнев выкастовывает, когда в прыжке делаешь. Она как будто через под коленкой выкидывает гнев этот. Алло, это Рос. Надо Рос. Замену, нет? Да, сейчас пригодится, сейчас Синдра будет, сейчас будет тяжело. Главное, убили. Окей. Стрим есть, ну ты тут будешь, да? Да. Ну если что, сейчас посмотришь заодно, может кто-то сильно косячит. Топу можете поменять, у меня за проходка вся. Кого? Топу. Ну я сейчас мало буду вообще тут давать. Назад отходим, захиливаться готовимся. Захиливаем хилы максимально. Назад отойдите сюда, к кружку, к звезде. Ну, два челика не захилили. Все, сейчас. Тотем уберите, шаманы. Тотем уберите, босс исчезнет. Все, подходим сюда, резаем людей. Так, Топа, ты не хочешь тут бить или что, я не могу понять. Я говорю, если что, я тут мало даю на Синдре, Рога тут мало дают. Если что, меня можете поменять, если нужно будет. Короче, пока ты бьешь, мы посмотрим, есть люди, которые намного меньше тебя дают. Так что пока ты здесь бьешь, тактику знаешь? Все, молодец. Это самое. Теперь смотрите, босс очень простой. Берсат 10 минут. Так, таймер я поставил. Сейчас я поставлю метоньки. Эх ты, сука, криво. Вообще, блядь, чуть поровнее. Оп. Имя тебе СПД или Сопрот? СПД. Давай, можешь мне тоже одну флоску на СПД дать? Да. А разве не Сопрот здесь? Кто уверен в себе? Уверен в себя, могут СПД. Могут СПД выпить, да. Кто прожиматься умеет, то всю хуйню эту знает. Кто стопать дамаг умеет. Пельмешань, кинь обмен, я Сопрот дам. Значит, смотрите. Так, фуршмот сейчас одену. Так, босс притягивает под себя
Значит, касательно магов, вы просто разворачиваетесь в сторону звезды, ну, в сторону лестницы, и делаете блинк из-под босса. Когда он притягивает, он кастует обжигающий холод, который 30-40 тысяч урона наносит. ДКшники, кто там уверен в себе, хурюк, только под прожимками, там, либо панцирь, либо не зыбку, либо все вместе нажимаем. Но главное, чтобы ты не сдохли. Вот, остальные все отбегаем. Значит, кто отпрыжки, телепорты, локи, я уверен, вы все это умеете. Друиды превращаются в оленя, бегут. Присты тучку на это оставляют, шипешника касается. Остальные хилы, если у вас лагает, что-то еще, подходите к боссу ближе, чтобы притяжка тянула вас к центру босса меньше времени. И тем больше времени у вас останется отбегать из центра босса. Вот. Все, надеюсь, это понятно. Значит, первое, никто не должен задыхать на притяжке, это раз. Если это сделаете, убьется босс. Второе, на взлетке, будет 2-3 взлетки, ну, скорее всего, 3. На взлетке, значит, появляется над вашей головой, вот как меточка надо мной, звездочка, так над вашей головой будет появляться синяя метка. Галочка такая синяя, она будет вверх-вниз ходить туда, вот как метки ходят. Вот. Это означает, что через 7 секунд к вам прилетит склеп, и вы превратитесь в глыбу. Эти глыбы надо поставить на 5 спотов, вот эти вот, которые я поставил. Не обязательно метка в метку ставить, то есть, ну не смотрите, что там ДБМ будет ставить, это не важно. Просто распределиться. Когда вы бежите, вы смотрите на тех людей, которые бегут с вами. Если у вас есть блинк, делайте блинк в крайнюю метку. Короче, я думаю, это понятно. У кого там, сука, активация голосом включена, нахуй? Кроме меня, блядь. Выключите нахуй. Кто-то, или сочный, или кто-то, блядь, не заметил. Ставьте на это, на рацию, блядь. А то пиздец, кто-то фон идет. Вот. Значит, 5 глыб поставить в эти метки. То есть, метки, касательно меток. Когда метки вы поставили, Синдра плюет на платформу 4 плевка, 4 бомбы летит. Бомба отображается синим кружком маленьким. Вот как вот эти кругляшки стоят, оранжевые, желтые, только синие будут. Вот. От этой метки нужно находиться на прямой линии за глыбой, чтобы не получить урона. Если вы получите урон, вас, конечно, не шотнет, но в гере будет шотать. Так что имейте в виду, блядь. Вот. Значит, касательно этих бомб. Их всего 4. За это время, пока они летят, четвертая бомба прилетает. У всех 5 склепов должно быть уже 15-20% хп. И когда босс идет на посадку, вы уже должны фулл ДПС по склепам их разбить. В идеале вы должны уже бить Синдру, когда она поворачивается, когда ее поворачиваю. Фридом на меня будет кидать. Давай, Рарник, ты будешь кидать фридомы. Вот. Ну, Мордо, не знаешь, просто чилишь. На последней фазе мы уже с тобой играли. Все нормально будет. Все. Касательно вот этих 4 бомб, когда вы стоите за скрепами, прячетесь, никто должен сдохнуть. Так, у кого там есть оси? Сочный на себя метку ставь. Не знаю, какой квадрат там. Вот сочный ставь квадрат. Ну и килая там, если вдруг в глыбах не будете, там, не знаю. Вот. Ориентируйтесь. На меня лучше метки не ставить. Все, хорошо, убрал. И если вдруг у вас не получается, там вы не видите, где глыба падает, посмотрите, поориентируйтесь на всех остальных людей, либо на квадрат, либо на остальных людей, как они двигаются. Вот. Ну, нельзя сдыхать на 4 этих бомбах. Будете сдыхать, будет пиздец. Все, это объяснил. На последней фазе, когда босс не будет взлетать уже после 30% хп, значит, будет прилетать каждые 15 секунд метка. Эта метка будет ставиться в крестик. Когда будет притяжка одновременно с меткой, эту метку не будем бить. Все остальные метки разбиваем, ну, сразу так равномерно разбиваем. И касательно стаков, значит, стакаются каждые 5-6 секунд из центра босса, из центра модельки босса по всему рейду идет таинственная энергия, она настакивается. Один стак увеличивает входящий урон магически на 20%. Вот, если вы 5 стаков получите, по вам скелеп прилетит не 15 тысяч урона нанесет, а 30, и вы сдохнете. Поэтому, объясняю, слушайте вот это внимательно, на последней фазе все скидывают стаки за каждой глыбой весь рейд. Весь рейд, блять, без исключения. Исключение только танки, либо кто с баблом, либо кто их может скинуть, там, освобожденку или морожение, вот эту всю хуйню. Это на вашем контроле находится. Ну, глыбы ставятся в крест. Если вы хотите подамажить, если вы уверены в том, что вы подамажите, и вы скинули стаки, допустим, раньше, чем глыбу разбили, касательно вот скиллованных игроков, Хейки, Анименик, там, Киртал, вот кто знает, как что делать, там, шаг в сторону, влево-вправо делайте и дамажите босса, поддамаживайте. Вот. Ну, вся надежда на вас. Здесь герой, я не знаю, посмотрим, когда лучше давать. Вот. Все, надеюсь, понятно. Если что-то непонятно, сейчас на вайпе посмотрим. Если будет вайп, посмотрим, что делается не так. А что по освобожденке? Она в сторону выносится, да? Освобожденка в обычке дамажит только одного человека. В гере вокруг на 30 метров.
Здесь только вас она будет дамажить. Касательно первой фазы, когда босс без таинственной энергии, вы хилите, дамажите в силу того, что вы знаете, сколько, вот 5-6 стаков там вы можете разрядить по себе, вы не сдохнете, вас подхилят, захилят там. Но имейте в виду тоже осторожно, там на момент притяжки это может быть опасно. Касательно последней фазы, с этой хуйней поосторожнее. Вот, то есть паладин бабл остается, хилам сложнее, там уже у нас 3 приста гимны будем использовать, и спокойствие на рейд 3 друида будут использовать. Плюс незыбки, если будет тяжело, если хилы с освобожденками. Анонсы, что хилы с освобожденками только на последней фазе. Ну, типа, как бы хилы и сами видят, и вы тоже должны это всю хуйню видеть в идеале, блядь. Все, проверка на пул. Будем ебашить. Нахуя пиздец, 10 минут рассказывал. Вероника, все готовы? Я скажу, когда припод здесь пить. Спускаемся вниз. На пулы все три на звезду даем. Сейчас босс появится. Ага, вон летит. Скажу, готовьтесь припод пить. Пейте припод. Угу. Сразу те, кто не блинкуются, там скорости убежать нету, поближе к боссу встаем, хилов касается. Все, играем, ебашим. Максимальный ДПС даем. Сейчас притяжка будет, готовимся. Отбегаем быстренько. Угу. Ну, под морду бежишь, прям под дыхание. А, все хорошо, босс летел. Давай, фридом. Меточки смотрим, синенькие. Два соска, подбегайте быстрее. Вот, расстановочка. Быстро, быстро. Вот, отлично. Отлично. Молодцы. По центру падает. Подбиваем склепы, фулл с хп стоят, блядь. Алло, блядь, кому рассказывал? РДД по крайней билике по центральным. Вторая глыба падает. Подбиваем склепы. На самой первой слева никого. Слева падает. Разобьют. Быстрее по крайним. Танкуют два соска, блядь. Что за хуйня? Четвертая глыба падает на лестнице. Вперед, глыб, зайдите. Фулл ДПС по склепам, блядь. Керус Веронику. Сочный слейера. Быстрее. И фулл баф по ним. На фулл хп рейд поднять. Со склепами еще лучше начинайте играть на следующий раз. Фулл бафы, каску, лапы, пристабаф обновить. По паладину, по магу. Чтоб таких смертей от бомбы больше не было, блядь. Сочный. Дамажим. Притяжка, сейчас смотрим. Ближе встали. Отбегаем. Ложимся. Нет. Да, ложимся. Пизду. Не тратим БР уже. Пизду нахуй надо. Под морду заходим. Притяжка. Встаем ближе. Отбегаем. Если шаманы не получается, перекачиваем ветку. Это, в мгновенного волка. Перекидываем таланты. Получится лучше отбегать. И бомбы, которые 5 склепов вы ставите, смотрите 4 бомбы на полу. Блять, не всегда вы будете ориентироваться по людям. Смотрите. Не заходите, пока Марадонис жив, да, вы, помогает. Да, Винс, не заходите, вас это выкинет с игры нахуй. Винс, не заходите. Вообще не вставайте, я вас бы... Я скажу. Ну, резну. Сейчас бой с инста пропадет, Марадонис даст мастрес. Не покидайте тему. Ай, блядь, пизда нахуй. Значит, ССы, будем. Так, кто у нас там луки? Анименик. Всегда по хейке даешь. Притон. Всегда по эйкону даешь, у него уже этот КД. И имя имен даешь по холипалу дашь. Это на всякий случай.
Два БР в КД, у нас один только БР остался у Керуса. А нет, у этого, у Ихейки. Ошибаться так. Здесь нельзя, у нас всего два БР, блядь. Один БР, три БР всего лишь, если все от КДшицы. Аниманик по кому? По Артуру, да? По... Блядь, по кому? Хейки. По Хейке, да. Хейки, Хейки. Хотя хуй знает, он не должен сдохнуть. Ну, на всякий случай. Пускай. Зубраджин. Вставайте там быстрее, жрите рыбу. Ёбаный в рот, я сапрот не выпил. Чё выпил? Все, все здесь убавляем. Чинимся, там жив стоит. Камни берите локовские, там, когда отбегаете, там себя подхилить, чтоб если не успел отхилить. Ну, только магматика надо менять. Магматик, у тебя что, этот, рост и тут? Да. Магматик, давай в Долоран портуйся, пизду, нахуй надо. Потом это все позакрываешь, тем более не приоритета, у тебя вроде ничего такого не должно быть. Давай телепортируйся. Роза возьмите там на локе. Побольше. Сейчас я зайду, то на перса, подожди, не на персе. Скажешь, как зайдешь. Понятно, челик нам тупо затащил лану, а мы такие. Блять, ну сори, нахуй. Далек тебе не забрать, это все. Ну, это понятно, как бы. Так что, блядь, в другой раз. И побольше давать начнешь. Ну хули, блядь. Не без этого, блядь. Без этого рейды не закрываются. А то совсем там мало ДПСа. Ничего, посидит стрим, посмотрит вместо Розы. А Роз поработает, поебашит там. 15к даст хоть. Бля, он может дать 15к на Синдре? Пусть он меня научит. Да не, не знаю. Я не уверен. Мне кажется, 12 максимум. Сколько даст, только даст. Ну побольше. Не хочет прокси запускаться. Там тем временем, пока что это все идет, дело там, интересуйтесь, может еще кто-то есть онлайн, кто проебывается там. Что у нас в DC? Что-то не показывает, сколько на обсуждалке людей это в канале. Потому что он неограниченный, поэтому для рейдов я предлагаю заходить в рейдовый канал. Я могу их расширить, если 25-30 мало. Да я имею в виду, что это непонятно, сколько нас тут сидит. 25 вроде, плюс еще кто-то, ну допустим, Рос 26-й. Просто поставь ограничение в 99 человек, и все будет видно. Сейчас гляну, сейчас поставлю, погодите пару минут. А то я пока туда-сюда свернусь. Че, в оконном хуже играется или что? В оконном режиме? Неудобно. Не привыкла. Не, топа, все нормально, блядь, все нормально. Великие тоже нужны склепы бить. Чё там, Рос? Гружусь. Всё поставила. Есть кого позвать у тебя, Рос? Да, вряд ли, наверное. Ну, я спрошу. Если вдруг совсем тяжело будет. Сейчас посмотрим. Ну, вряд ли, наверное. У нас, типа, там особо не было челиков на замене. Уж какой-то там залетный Don't Run Dudue, блять, какой-нибудь. Я видел это. Мы вчера РС-ку ходили. Нет, второй рейд ходили, он там шаманом был и лемом. 7к дал, что в свиту. Танчил там паладином. Дракона этого, блять, ебаного. Так, подождите. А килла я не могу найти. А у тебя какой нет Войд? Войд Фрозен. Ну, плюс они в какой-то чат Орды там, или ты в Альянсе? Не, я Ренегат. А, ну вот в чат Орды ебани. Локус какой-то, Локрус у тебя? Да, все, я нашел тебя, поэтому. Ага. Тык на сумон.
Давайте, готовьтесь, сейчас будем начинать. Дальше. Шкаф как раз исчез. Пришел тебе, Сумон? Да. Так, рыба вроде где-то стояла. Ну или поставьте. Исчезла уже. Щаткнул. Ну давайте фулбаф по локу. На притяжке повнимательнее. Напоминаю, никто не должен умирать. У нас перестраховать очень... Ну, всего лишь 3 человека есть. Перестраховать, бэрнуть. Ну, 4-й сейчас СС появился. Рос дашь, короче, СС по... Ой, блядь. Хуй знает, нахуй. Короче, по ИВБ дай. Все, пожрали, забафались, чек на пул. Все готовы, спускаемся вниз. Ну, припоты поняли, да, когда пить? Не буду вам говорить. Ну, или скажу, сейчас посмотрим. Сейчас еще раз скажу, в следующий раз там сами поймете, когда пить надо. Пейте припоты. Пей. Старайтесь не отлетать там. ДПС теряем. На этой протяжке не забку, да. Угу. Беги, малышка, беги! Отбегаем. Угу. Так, Freedom. Кто там? Ага. И меточки смотрим внимательно. 5 меточек вниз. Друг с другом только не бегайте, двойной урон получите. Ага. Что-то какую-то хуйню исполнили, блядь. Слева падает. А, они вдвое встали вниз. Ну вы что, не видите, сука? Или что? Слева падает. Алло, блядь. Заходим, падаем. Не прячьтесь, не бейте глыбы. Заходим, падаем, убираем. Ждем Синдрувана сейчас и под морду встаем. Пельмеш, блядь. Не объяснил вам самого главного. Если две метки друг с другом бегают вместе, как два гомика, блядь, они получают двойной урон. Двойной, ебята. Не 15 тысяч, 30. Ваншот. И сейчас 15 человек с рейда не увидели это слева, что падает синяя точка, блядь. Говорю, слева падает, вам похую. Получаете урон. Ебать, такого не должно быть. Резайте. Если, покидайте тело, заходим в инс, чинимся, портуемся к Синдре сразу. Быстрее. Кто там, кто остался, кто там подлагивает, а можете резнуть их, кто остался. Остальные бежим быстрее. Еще раз объясняю, блядь. Нельзя сдыхать на притяжке на 4 бомбах. И все. Смотреть освобожденную магию, смотреть обморожение, миликом стопать дамаг, РДД стопать. Ну это я проговорю маленький момент. Ребят, вы бежите не в свою метку, в свободную. Не обязательно, чтобы метки совпадали, та, которая на вас, и та, которая поставлена. Да, я это уже говорил вам. Метки надо поставить. Если у вас не получается добежать, вы бегите вперед куда-нибудь. Но не надо вставать в одну точку двум меткам. Вы получите двойной урон, блядь. Еще раз, если кто не понял. Я эти метки могу нахуй убрать. Просто выполняйте тот факт, что нужно меткам друг от друга набрать рейндж. И остальным всему рейду набрать рейндж от меток. Вот если сова здесь стоит, он не заморозится. А если в звездочке встанет кружок, блядь, то они заморозятся и сдохнут оба, блядь. Блять, ребята, пиздец. Давайте, блять. Надеюсь, это понятно. Держись. Кстати, метки убрать хорошая идея. Да я уберу нахуй. Сейчас, если будете хуйню исполнять, будете бегать, как бог пошлет, так и будете бегать. Этот рос, где ты там бежишь? Главное, рейндж друг от друга, метки, еще раз объясняю. Или вы получите двойной урон. Если вы втроем страните, вы тройной, блять, получите урон и сдохнете. Этого не надо делать. Мы должны бить босса, а не бафаться нахуй перед, ну, через минуту после пула, блядь.
Это простая хуйня, которую надо исполнить. Давайте. Чек на пул. Принимаем готовность. Аниме Никейкон. Давайте пошевеливаемся. Лича там нехуй бить. Сейчас на Синдре быстренько. Надо быстро заебашить его за полчаса. А на ДРС еще успеть, блядь. Так что, блядь, вперед, куда вы уезжаете? Эйкон, ты тут? Прием. Эйкон, Эйкон. Он, блядь, на месте бежит. Да, у меня Вов выкинул. Давай, перезаходи назад. Это... Какого хуя вы делаете, блядь? Вставайте спиной, ложитесь, блядь. Ёбаные бичи, блядь. Какого хуя вы сюда вниз спускаетесь, блядь? Запускаете босса, блядь. Я, наверное, и нас сейчас перезагружу. Давай, перезагружай. Ресаемся, подбегаем. И босса не запускаем, блядь. Стоим наверху, на ступеньках, на самом верху, где круг, блядь. Нахуй вы, сука, спускаетесь, запускаете босса, блядь. Пиздец. Так уже все, приготовились его бить, поэтому и спустились. Дается проверка, я говорю, Эйкон, ты где? Спускаются, запускают. Нахуя? Вы танки, чтобы запускать, блядь? Вот сдохли, это пожалуйста. Вот кто запустил, сука, это ты вайпнул рейд, блядь. Кто запустил босса, кто съехал вниз. Понятно, блядь? Или непонятно? Если ты танк, блядь, и если ты РЛ, блядь, чекнул, у тебя все готовы, запускай. Если ты ДПСер, блядь, и не релишь, не видишь, что готов, кто не готов, не запускай нахуй, стой спокойно, блядь. Как еще можно вам объяснить? Ребята, блядь, это же пиздец. Хил вылетел, вы запускаете. Эйкон, что у тебя там? Иди си он, нет, посмотреть. А, ребут роутером. Угу. Короче, я это, перекур даю 5 минут, идите курите. Только вот тут стойте, вниз никто не спускайтесь. Перекур 5 минут, сейчас напишу DBM break. DBM, идите умойтесь. Break. Break. 5. Или сколько там? 5, да? О, 5 минут, все. Идите куроните. Я там... У меня тоже РТ там начнется 8, но, скорее всего, рейд фулл сразу не будет, так что у нас будет немножко времени подзадержаться. Не знаю сколько, в этом постараюсь быть на связи с теми, кто рейд собирает. Но это не значит, что не нужно торопиться, стараемся все сделать четко, без ошибок, без смертей. Так, что у нас там перекур 2 минуты осталось? Удобно расставляем кнопки, чтобы бежать вам. Все было удобно, делаем себе. Иначе это пиздец. Сочность тебя спадает, метка это. Ставь метку заново на себя, если в глыбе был там. Чтоб люди прятались. Начинайте сами смотреть, это пиздец. Когда 15 человек ловит урон от глыбы. В Гере это минус 15 человек. Там миллион урона будет от льда. Там ваншот. Ничего никак не спасает. Только бабл. Или бабл тоже не спасать, не помню, блядь. Имейте в виду, блядь. Чё это за динозавр, блядь? Диплодок какой-то, блядь. Охуеть. Мы, кстати, на Синдре ставим по две метки под сокрой. Я знаю, намного я знаю. Проще ДПСить. Я знаю, блядь, ага. Когда... Да, это заебись, охуенно. Проще ДПСить. Похую. Но мы сопротивляемся. Любое ДПСить проще. Хоть так, это вообще до пизды. Если, блядь... Ну, кливать, типа, ты по две метки кливаешь. Да я понял. Оно и так заебись все бьется, нахуй. Если в небо не смотреть, нахуй. А то бывает, люди встанут вот так за глыбу и смотрят. Ага, глыба, блядь. Вторая глыба падает и нихуя не дамажит, нахуй, РДДшники. РДДшников вон 10 человек, блядь. 11-й хан, блядь. 9 миликов, блядь, 7. Все должно быть заебись. Похую, как эти метки ставятся. Там еще будет проблема, блядь, что нужно две в одну сбежаться. Они будут путаться. То три будет бежать, то один, блядь. Ну, параша полная, блядь. Да пизды как ставить, я говорю, блядь. Лучше не получать урон. Можно, в принципе, давать, нахуй, и ставить там, хуй пойми как, блядь. Ну, это полная параша. Я просто о том, что сейчас пока выглядит так, что нам не хватает ДПС по глыбам.
Ну, конечно, и люди хватает. Лутают. Там с каждой бомбы 5 человек лутает урон. Все там хватает, просто они в небо смотрят вместо того, чтобы сразу начать ну, бить. Ну, может и хватает. Я говорю, первый пул, типа, нам прям не хватало много. Сейчас посмотрим. 5, 4, 3, 2. Там просто не видят. Все все видят, блядь. Вот. Это, заходи, кто там уфнулся. Имя имен, заходи. Ты тут? Имя имен. Макро скиньте на отдаление камер. Может, такого-то нету просто. Его скиньте, не видит. Скиньте макро. Этот. Имя захожу, имен. Захожу, давай, захожу. Давай. Заходишь, даю проверку. Время идет, блядь. Время не резиновое, ребята. Так, имя имен зашел, даю проверку. Перерыв кончился. Два соска и этот. Два соска тут, АФК написано. Охуярьте ему в ПМ, тут он нет. Кила еще нету. Килая. Да, да, я здесь. Два соски постучите в ПМ. Че он там, блядь? Два соска только остался. Блять. Жрите рыбу, вон рыба стоит. Бля, ну пиздец, два соска ты тут? Прием. Я ебу, блядь. Хуярьте ему в ПМ. Тут он нет. Алло. Два соска, блять. Ты тут? Прием. Прием. Два соска здесь. Отлично, Алкина. Прием. Все готовы. Это, сажусь на коня, готовимся. Едим, я вижу 5 человек без еды. Жрите рыбу быстрее. Тут нужен максимальный ДПС, ребята, не забывайте бафы. Масла, всю хуйню, припоты, блядь. Иначе мы, блядь, просто зря стараемся. Все, поели, короче, иду запускать. Припоты уже знаете, когда пить не буду говорить, сами пейте. Когда вот он зависает над платформой, тогда надо пить. Не забывайте, притяжка будет скоро, так что поближе хилы сразу встаем, чтобы не сдохнуть. Хилы не должны сдыхать никогда. Отбегаем. Меточки. Две метки, вместе не бегаем. Угу. Молодцы. Глыбы падают, справа падает. Смотрим, где падает. И склепы бьем, не стоим, фуловые склепы стоят. Напоминаю еще раз. Справа падает. Сильнее по склепам. Если хуево все звездопадает, давайте. Слева от центра. В,
кружке не разбить раньше времени. Если разобьете, перепрячьтесь. Четвертая, последняя падает, по склепам больше ДПС. Четвертая падает, босс садится быстрее по склепам. Сочный, сука. Слейер, этот имя имен, получили дамаг, пиздец. Что это за хуйня? Ебашим, блядь. Ебашим. Притяжка будет скоро, готовимся. Поближе встаем, чтобы отбежать было меньше вам. Больше времени было отбегать. Беги, малышка, беги! Захиливаемся на фул. Фридом, меточки ставим. Меточки ставим. Спускайтесь вниз. Меточки на фул хп. Не... Вдвоем не получите урон, но вперед выбеги. По центру падает. Глыбы подбиваем, не смотрим в небо, блядь. Глыбы подбиваем, ребята. Все пять. Пять глыб, пять людей. Отлично. И третья падает. Сзади прям падает. Прибежали вперед. Сзади падает. И четвертая, готовимся. Четвертая слева падает. Левее крестика. Фул ДПС по глыбам. Сука, два соска, блять. Керус поднимает два соску. Глыбы разбивайте быстрее. Хилим, начинаем хилить. Фул баф по нему. Не забывайте поближе вставайте, кто там хилы, чтобы вы отбежали на притяжке. Не забывайте стать поближе. ДПСа убить нам босса хватает. Главное выжить. Оббегаем. Третья взлетка сейчас будет. Фридом, все. Меточки ставим. Смотрим внимательно. Вниз меточки. Угу. Молодцы. По центру падает. Правее креста чуть. По склепам дамажим сильно. Только не разбейте раньше времени. По центральному подбивайте. Сзади падает. Перебежали вперед. За склепы. Угу. ИВБ, осторожно. Справа падает близко. Перебежали. По центральному больше. Хейки захил. И последнее. Центр падает. Центр падает. Спрятались. Фул ДПС по склепу быстрее. Склепы быстрее разбили. Давайте Гео. Один процент до фазы, готовимся. После притяжки будешь менять. Фаза пошла, первую глыбу в крест. РДД уже назад. Милики, готовимся отбегать от креста. Склеп, рарник вперед. Щиток по нему. И сразу разбивайте. Сука. Сочный рез. Разбивайте глыбу. Сместитесь немножко. Или ты заберешь? Да, заберу. С другой стороны тогда заберешь. Глыбу ставьте. Сейчас за этой... Не, вайп нахуй. Не сообразите нихуя. Поворачивай в рейд. Хилы, к вам вопрос.
Я предлагаю как в прошлый раз сделать. Как? Как только стаки сброшу, сразу же бегу тебя менять. Да ты даже сбросить... Это первая глыба. Сбросить даже не успел. Масрез. Ну да, просто танка 4 секунды, 5 секунд никто не хитывал. Смотрю, получено исцеление, блять. Так. Найтмун, частица света, зубраджин, щит земли, цепное, эхо, волна 18 тысяч. Ты в одну волну дал. И ВБ молитва, ну там понятно, этот, Килая. Да там ходка висела на тебе, и все, престовская. Исповедь тысяча, Эйкон смотрим. Волна исцеления, вот Эйкон, волны исцеления ты, ну, две штуки дал, наверное, по 18 тысяч. Зубраджин, этот, короче, блядь, два шамана. Волной исцеления, хилим после дыхания танка обязательно. Вы стоите, у вас. Вы стоите вот примерно за звездочкой, и крестик до вас не пускает стаков освобожденки. Вот. Таинственной энергии настакиваться. Вы стоите, у вас наискосок вот так танк стоит. У головы Синдри танчит. Вы должны волной его хилить. Не знаю, что с холипалом. Почему не захилили. Блять, ребята, такого не должно быть. Все хорошо делается, только такого больше не должно быть. Понятно. На мне 10 было. На мне освобожденка, я не могла хилить дальше. К шаманам тогда вопрос. Шаманы тоже оба с освобожденками были? Зубраджин, волну включай. Волну и хилить. Обязательно надо. Рейд там фулл хп стоит, я сдох. Охуеть. Короче, надеюсь, понятно, блядь. Вот я могу в эрдруе сынану. Нет. Хватит ДПС, если... Пока не надо. Я не уверен. Пока не надо. Ну, играем, только без вайпа танка, блядь. Пока не надо. Сейчас еще пару драйв посмотрим. Керус, Алкина, Рос. Алкина. Керус, Рос готов? Рос прям. Поел, готов? Да, давай. Все, иду запускать. Вставайте. Поближе встаем, там притяжка скоро. Беги, малышка, беги! Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уйдет! СС было или что, не могу понять. Что там? Встаем метки. Кто сдох-то, блядь? Ну, Христ сдох. Я понял. Слева падает, прячемся. Тон, блядь, какого хуя? Киртл, блядь, четвертая падает, по склепам больше ДПС. Хули склепы не битые, бейте. Хейки при тону резай. 4 хила, идем пока что. При тону рез, фулл баф по нему. Фейки нашел. Фейки нашел. Быстрее, сразу баф по нему. Щитки. Башим. ИВБ, у тебя этот ускорение тела и душа вкачано, что ускоряет щиток. А, ну там щитки, может, ДЦшные висели. Нет. На себя... Редко его берут. Если не успеваешь, на себя крылья есть, что давай. Ну он-то хорошо только на Халионе. Да и тут и на лечении плохо. Притяжка сейчас будет, готовьтесь. Убегаем. Два соска. В чем у тебя проблема? Блинка нет или что?
Нет, не в ту сторону улетел. А, я понял. Если улетел в другую, беги до конца, подальше от Сендры. Потом вернешься. Значит, Керус. Значит, Керус, будешь резать эти ВБ, как КД пройдет. Фридом, ставим метки, захилимся на фул. Метки ставим. Вдвоем только не ставьтесь. ВБ. Сразу по меткам дамаг пошел. По центру падает. Центр чуть левее центра далеко. Я устала внимательно захилить. Справа падает. Это третья. И четвертая. У вас больше пол хп у склепов, сука, правого-левого от центрального. Фул ДПС по склепам. Весь рейд играет. Ну быстрее, блядь. Хуярьте склепы. Все, босса. Так. Минута еще, Керос, блядь. Пизда просто, блядь. Давайте играем, не расслабляемся. Опа. Сервер завис. Да, тоже упал. Все зависли, да? Да. Сейчас, если выкинем, там, минутки 3, ждем ребута. Можете там 3 минутки отойти. Выкинул уже или еще нет? Долго висит. Нет, пока. Может, отпотеет. Я тоже вижу, висит. Это там уже, это уже притяжка, уже все выпанулись, блядь. По-любому. Так, а упал же сервер, нет? Ну, пока у меня вот Синдра стоит. Короче, поворачиваю на рейд, блядь, вайпаемся. Так, а у тебя спылы прожимаются или нет? Не, конечно нет. А, ну так как ты повернешь ее. Ну, она повернулась. Только она на месте стоит. Я отбежал на лестницу. Я ебу, блядь. А мы сейчас заходить будем, ее запускать, блин. Да. Да. Ждем, хули. Что-то написали в сервере DC Сируса, надо посмотреть. Мы знаем про некоторые сложности с доступом к нашим ресурсам. Виной тому небольшая техническая ошибка у хостера. Да ебаный их хостер, как он заебал. Почему они не могут хостера нормального взять? Такой донат. Не знаю, за 2 года уже менялось 3 или 4 хостера у них. Они все время бывают, даже проблемы у них, они на хостер сливают. Да, да. Это не он, это не я, это он, да? Сука. Детский сад. У нас серваки не выдерживают, это хост. Серваки наших траев Синдры не выдерживают, блядь. Не, все нормально, ребята, реально было, блядь. Танка только нельзя ронять, ни в коем случае. Это пиздец, это вайп. Ну, ДПС по меткам маловато. Там ДПС бы тоже был по меткам, но только 2 соска сдох, блядь. И ВБ на себя крылья кидай, если не уверен, там... Символ есть вроде минута, что откатывается, если не сработало. А если сработает, то не сдохнешь. Короче, стараемся. Не, все нормально. Там, блядь, ДПСа хватает. Хватает ДПСа убить босса. Только я вот насчет Геры думаю, то ли на последнюю минуту оставить, когда до берсы будет, то ли... Ну, после второго обжигающего на третий дается Гера. Ну, в таком, типа, в лоу ДПС пройдет. А я даже в своей даю, типа, этот... Да мне что-то, ну, она уже типа бесполезная, типа мы без Гера убиваем. А обычная, типа, после второй притяжки. Ну, то есть, ну, после второго, это когда метки по сторонам уже разносят. Угу. Да, мы вот в прошлый раз били. Мы без Геры били, там, по-моему, уже третья притяжка была. Или третья, ну, или четвертая. Ну, там уже... после третьей уже вроде берса начинается, что-то около того. Там 2 ляма, короче, было у босса, и мы добивали без Геры, и, короче, блядь, 5 секунд до берсы убили, блядь. Ну, тут есть 2 варианта, типа, вот третья фаза, 2 притяжки, дается Гера, и дальше, типа, или не играется в глыбы, или же, типа, продолжается играть в глыбы, типа, по максимуму поэтому. Но мне кажется, нужно уже переставать после 2-й притяжки вот нам в глыбы играть, и он ли в босса все. Это зависит от того, сколько хп у босса. Если, ну, там, понятно. Если там, к примеру, у нас будет 5 мертвых и 10 лямов, то мы, ну, факт не убьем. Хоть усрись, хоть 10 гер, да, никак. Ну, там, типа, понял, там просто... такой подсчет, что суммарно, если даже играть в глыбы по тактике до 3-й притяжки, ДПС, ну, не изменится в Синдру именно.
То есть что так упрешься в берсу, если не хватит ДПСа. Короче, если лямов 7 после второй притяжки есть, вот, и до берсы там примерно, не знаю, 30 секунд, 40, то тогда да, в сторону на 7 лямах, 8 лямах еще я поверю, что можно ну, сдобить. Но опять же, это будет зависеть от того, сколько сдохших. Если все живые, то да, 7 лямов можно снести за геру. Да нет, с нашим ДПСом дохнуть никому нельзя. Да, да. Это стопудово. А я не заметил, сколько там даешь. Не смотрел. Ты... Больше всех, но типа мало. Я дестрик, самый мертвый класс среди локов, а что-то остальные не додамаживают. Так вот, блядь. Так, короче, система такая. Смотрите, если сегодня у нас, ну, примерно час, да, по стандарту. Ну, я там, может, узнаю, может, 20 минут будет у меня дополнительно. Если сегодня мы с Синдрой залипнем на лишний час еще. Вот. По расчету, я думаю, сейчас мы уже должны были Лича бить, как бы идти уже, блядь, это, в резку. Если сегодня у нас не получится с Синдрой, но это, ну, не факт, что так будет. Продолжаем эту всю хуйню завтра, вместо второго рейда. Вот так вот. У нас еще Гроул живой героический. Там в понедельник, возможно, хапал не придет. Какой? Ну, у нас единственный хапал. А. Ну, возможно, мне придется на ее аккаунте сесть, тогда вам надо будет дыду брать. Угу, угу. Ну посмотрим. Милики что-то очень сильно проседают на Синдре здесь. Не, ну, если вечером, да, то нормально, я приду, но если днем, то меня не будет. Не, нет, с 17 также до 20 в это же время. Ну, скорее всего, я буду. Ну хорошо. Все Вой... постарайтесь. Угу. Че? Войт, ты можешь по последней фазе объяснить, чтобы точно было понятно? То есть там будут глыбы, которые ставятся именно в крестик, который ты поставил, да, меткой, правильно? Да. А за этой глыбой нужно стоять, чтобы эти метки спадывали или как? В смысле стаки? Да, это или кто... что с стаками делать вообще? Это кто спрашивает, как у тебя ник? Два соска. Вот смотри, вот не, стоит босс. Вот, под боссом, когда на него нажимаешь, левая кнопка мыши, есть красный кружок. Это фрейм босса. Вот, ну, показывает. Вот, значит, из центра вот этого кружка, из самого центра, прям самого центра, знаешь, да, блядь, исходит взрыв такой таинственной энергии. Он идет прямо из центра. Вот. Этот взрыв задевает всех. Но если на одну прямую линию поставить центр босса, потом глыбу, и потом встанешь ты, если вы на одной прямой линии будете, то ты загораживаешься от центра босса вот этой глыбы, и этот стак, он как бы пролетает мимо тебя. То есть вот этот взрыв происходит, и на тебя стак не вешается. Вот. Задача всего рейда — соотнести вот эту прямую линию через центр, то есть виртуально пронести эту, в своей голове эту прямую линию через глыбу, через себя и через центр модельки босса, то есть встать так, где бы глыба ни находилась, кто бы ее как ни вынес. Чтобы скинуть стаки, нужно встать, и эти стаки висят на вас сколько там, блядь? 6 секунд, да, висят? Сколько, блядь? Или 7 секунд. Короче, они вот висят 6-7 секунд, и каждые 6 секунд они обновляются. Вот ты стоишь, видишь, взрыв произошел, ты уже можешь выбегать, потому что до следующего взрыва у тебя уже 3-2 секунды там останется, у тебя же не стопудово сбросится. До следующего получения стаков ты уже точно скинешь те старые стаки. Вот. Стаки чем опасны, блядь? Вот самое основное, чего вайпаются рейды, блядь. 5 стаков вы получаете, вы увеличиваете по себе урон магический весь. То есть, что аура, которая бьет в 3 секунды 4-500 тысяч. Если вы 5 стаков получаете, начинаете раз в 3 секунды лутать по 9 тысяч урона от льда. Ну, там без учета резистов, то есть резист немножко поменьше вы лутаете. Но это дохуище урона, который хилы не в состоянии будут выхилить. То есть 6, 5, 6 стак. Это хилы уже просто обрыгаются, они вас не выхилят. Они вас проебут, танка проебут, всех проебут. Поэтому задача на Синдре за каждой глыбой, глыба каждые 15 секунд. То есть 2-3 стака на вас накопилось, вы уже автоматом должны скидывать. Вот. И только потом, как вы убедились, что на вас стаков нету, то есть энергии, вы дамажите босса. Что там с сервом? Встает, нет? Понял?
Да, понял. Я просто начал смотреть тактику, там что-то объясняют, у кого, блядь, типа стаки четные, тот под босса, у кого нечетные, за босса. Не слушай хуйня, эту хуету, блядь, никакую. Я тебе сейчас объяснил, ты вот это... Все, я все понял, да. Я все понял, спасибо. Все, все очень просто. Это вся хуйня четная, нечетная, это пошло, это все в пизду. Вот... Скажите мне, кто такой сменник? Хуй знает. Этот... Я это... У меня трини, кстати говоря, практически топовые на мутика. А ты пишешь, что какие-то там трини, зовы, чешки. Они мне нахрен. Мне просто бисовый мутик доказывал, что чешка зов лучше. Нахрена тут прожимные нужны на эту расу? Я не знаю, типа. Я ему говорю, что типа вот эти лучше. Какие? Которые у топа. Да у меня весь набор на мутика есть. Практически. Что-то пиздануть хотел, забыл, блядь. Сбились своими чешками, блядь. Сука, про чем мы говорили, блядь? Про стаки на третьей фазе. Стаки на третьей фазе. Четные и нечетные, типа, я тебе задал вопрос. И офсет. Лучшего офсета в целка нету, кстати. Вот это, можно сказать, самое хорошее, что есть. Практически. Да.